Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такие вот мои новые ботинки, родом из Советского Союза. Данная модель была разработана в СССР в 1963 году. Представляет собой натуральный верх в виде шерстяного войлока. Внутрянка у них это искусственный мех, подошва мягкий, вспененный, морозостойкий ПВХ. Данные ботинки предназначены для морозов до минус 30. Шерстяной натуральный верх говорит нам о том, что нога преть и запотевать внутри не будет. И влага все будет выводиться естественным путем, так как материал использован натуральный. Обувь очень легкая, очень мягенькая, очень такая удобная, очень теплая. Сколько она весит? Посмотрим, сколько весит один ботинок. 541 грамм весит один ботинок. А если попробовать их уместить два ботинка, сколько получится? Ну, примерно. Ну, килограмм 70 грамм. Я думаю, что для таких ботинок это очень-очень легкий вес. Данную модель я помню еще из своего детства, когда мы собирались на зимнюю рыбалку на речку Казанку. Это первая половина 90-х годов, когда мы собирались с вечера, мы доставали из антресолей, из чуланов вот такие вот ботинки простонародии. Они называются прощайки, если говорить более развернуто, прощай молодость. Доставали их, и ботинки еще были советского покроя, советского пошива. Эти ботинки, это у нас фирма Чесло, шьют их чуваши, то есть чувашская обувь, натуральная шерсть. А что, чуваши, мне нравится чувашский народ, я уважаю чуваши. И если бы было бы что-то татарстанское, там, сделано в Казани или сделано в Татарстане, я бы с удовольствием бы купил именно татарстанское. Но так как фабрика «Спартак» у нас обанкротилась в 2017 году, кстати, фабрика «Спартак» просуществовала ровно 100 лет, то альтернативы купить чего-либо татарстанского, увы, нету. Именно в данном форм-факторе, в таких вот легких, мягеньких, неприхотливых, недорогих, простеньких, войлочных ботинках. Для чего я их купил? Мы в последний раз репетировали в гаражном комплексе. Гаражный комплекс после ночи был задубевшим, там был минус, а я был в тапочках. И пока мы включили тепловые пушки, пока мы включили масляные обогреватели, пока это все согрелось, у меня ноги просто задубели в носках и в тапочках. А всем известно, если дубеют ноги, это бьет по гландам, гланды воспаляются, получается ангина, из-за этого повышается температура, потом насморк, и еще может на ухо передаст осложнение в виде отита, воспаления внутреннего уха. Естественно, целую неделю ты валяешься с температурой, тратишься на дорогостоящие лекарства, все свои планы отменяешь, потому что у тебя все тело ломит, температура знобит, ксело колотит. Вот, чтобы этого не было, я купил именно эту обувь только для того, чтобы репетировать в зимних условиях, пока гараж согревается, пока гараж отапливается тепловыми пушками, чтобы ноги не задубели, чтобы ноги не замерзли, я купил вот эту обувь. Да, эта обувь может быть и не по последним пискам современной моды, может быть, не как в лучших домах Лондона и Парижа, но, честно говоря, самое главное для меня – это быть защищенным, это быть в комфорте, это быть в тепле, что эта обувь как раз-таки и позволяет сделать. Как они сидят на ноге? Раз. Два. А что, вполне себе интересно они выглядят, такие вот ботиночки. Прощай, молодость из Советского Союза. Ботинки из моего детства очень мягенькие, очень теплые такие. И почему, кстати, я еще их выбрал? То, что их очень легко складывать в рюкзак. Вот у меня есть рюкзак, вот ботинки. Так как эти ботинки очень мягкие, гибкие, их можно вот так вот спокойно сложить и поместить в пакет. Толщина и высота их меньше даже, чем у тапочек. Так вот они сгибаются, хопа, и у тебя обратно полноценный ботинок. Надо сложить, раз, подогнул, и у тебя просто высота подошвы. Очень удобно. Положил в рюкзак и все. И можешь смело ехать на репетицию. Естественно, я их купил не для того, чтобы носить их по городу, там по Бауману и так далее. Эти ботинки я купил, чтобы выполнять спектр узких специализаций. Минус этих ботинок. Эти ботинки нельзя носить, когда падает мокрый снег, когда очень влажно, сыро, когда тает снег, когда лужи на улицах. Так как эта обувь обычная войлочная, она очень быстро промокает. Но при этом она очень быстро сушится. Так что эта обувь предназначена для работы в холодных, неотапливаемых помещениях с ледяным бетонным полом, например, неотапливаемые склады, гаражные комплексы, неотапливаемые сараи и так далее и тому подобное. Недорогая, мягкая, практичная, теплая, неприхотливая обувь из детства, из Советского Союза. Здесь вот такая молния, все по покроям из СССР. Называется эта обувь «Прощай, молодость», сокращенно «Прощайки». Но в моем случае это наоборот даже «Привет, молодость», а не «Прощай, молодость», потому что эти ботинки помогут мне сохранить здоровье, помогут мне сохранить ноги. А всем известная мудрость гласит о том, то, что держи ноги в тепле, а голову в холоде. Вот и я буду держать свои ноги в тепле с помощью вот этих вот прекрасных, симпатичных, таких миленьких ботинок родом из СССР. На этом все. Всем спасибо.
Всем пока!